Вчера, когда я сообщала с моей подругой Полиной, я смотрела Ютуб и Кровавые игры, и с ней Стендов 2. Полина, Гоф Стендов 2. Полина. Что надо? Я видео снимаю. Блин, это что, розыгрыш? Блин, ответь мне. Блин, ну что случилось с тобой? Что мне теперь делать? Полина не отвечает. Полина! Я просто не знаю, я стесняюсь ей звонить в WhatsApp. Еще я в Телеграме не звонила.
большое, сама моя стендов 2 игра без Полины. Ты в стендов заходишь? Да я не с тобой. А с кем? Я одна. Ладно, ну только... Ладно, хорошо. Только я сейчас буду играть с моим братом, если что. Только ты не разговаривай. Угу. Только тихо. На ушко мне скажи. Я уже... Ты меня уже пригласил. Угу. Так. Все, погнали. Пока точка-точка какая-то в игре. У меня друг. Где? Я не знаю, он присоединится к нам. Нет, давай тогда вместе поиграем. Давай. Ты на втором месте мне показывает. Вверх. У меня здесь много антария. Кстати, у меня здесь есть все. Калаш здесь есть. Вот. Я смотрю, сколько он стоит. Понятно. У него даже наклейки нет. Вверх. У тебя сгузило. У тебя заново у меня нет. Тихо! Ладно, все, тихо. Я совсем не могу понять, где Полина? Что такое лакает? Я не то хотела взять. Бех, покажу, какая у тебя наклейка. Вот. Так что-то с ней случилось. Тихо, Макар! Из тебя алфавит не получилось. У меня опять хаяшка! Флешка? Сколько много? Как ты меня убил? Не играй. Может что-то Полине сказать, и у нее крутое фото. Она даже Роблокс поменяла, еще и в WhatsApp. Она раньше вот такое меняла. Но аниме, почему-то она такая злая. У меня даже лайк еще есть. Нет, ты меня испугался. И это на всякий случай, я Полина не знала, где она. С кем мы сообщали? Где Полина? Артём. Артём. Артём! Чё?
Полина сразу мне ответила. Я позвонила, и она мне ответила. И она сейчас не может говорить. Так что, когда она напишет мне, что я сейчас за стендап будем играть, я сниму обязательно это видео. А пока что у меня должно быть это, поставить лайк и подписаться на канал, чтобы было 100 миллион подписчиков у меня. Все, ребята, спасибо вам огромное. И в следующий раз мы увидимся.